Итак, всем привет, друзья! Вы на канале Виконста. Ребята, мы начинаем рубрику «Готовка от первого лица». У меня на канале будет отдельный плейлист. Называется он «Вкуснотища». Также не забывайте смотреть другие плейлисты «Жизнь в Донецке», «Отдыхи», «Влоги», «Обзоры». То есть много чего интересного. Сегодня мы будем готовить настоящий украинский борщ. Рецепт будем использовать с Советского Союза, по которому готовила моя бабушка. В общем, у нас кастрюля, лук, картошка, морковка, чеснок, мясо, потом ступка, сало, соль, перец, помидор, подсолнечное масло и петрушка с укропом. Первое, нам нужно было замочить мясо после того, как вы купили, на 10-15 минут дать ему постоять, чтобы ушла вся слизь с него вместе с кровью. Нам нужно почистить лук. Так, разрезаем луковицу напополам и режем мелкими частями, чтобы потом варилось это все дело вместе с мясом. Так, ребята, ну а пока вода у нас будет кипеть, я вам сейчас покажу сало, которое я покупал на рынке и его засолил. Получается, здесь приправы, соль, перец и немножко чесночка. То есть буквально 2-3 дня минимум нужно, чтобы оно пропиталось этими всеми вкусняхами. И в итоге у нас получится просто сало бомбезное. Смотрите, какая шкурочка смаленная. Класс! Конечно, запахи не передает, но вы представляете, какая вкусняха. Но у меня есть еще сало, которое я солил немножко раньше. Здесь чисто одна соль. А, кстати, забыл, лаврушка еще в борщ будет идти. И тут мы это сало будем использовать для калапетти. То есть это еще один термин, которые мне подсказали, как называется. В общем, ребята, это мы еще будем использовать, до этого руки у нас дойдут. Пока у нас вода закипает, мы продолжаем готовить дальше. Берем картошку. Еще нет. Ну, ждем, в принципе, у нас все готово. Можем уже делать зажарку. Зажарки. Что касается зажарки, мы будем использовать морс, будем использовать морковку, лук и буряк. И все. Ребята, вода у нас вот скоро закипает, там в принципе нет большой разницы, вы там на 30 секунд раньше вкинете или на 30 секунд позже. В общем, закидываем мясо. Мясо желательно брать с косточкой, то есть смотрите, оно чистенько, аккуратненько, потому что если вы возьмете без косточки, то навара будет не так много. Опускаем кусочек мяса. Дальше у нас уже подготовленный лук, и мы его высыпаем вместе с мясом. То есть мало кто вначале это делает, знаю я понаслышке, что практически 10-15% так поступает. И теперь берем картошку. 5-6 кусочков мы сюда кидаем. И потом эту картошку будем использовать. Вот смотрите, у нас вот такое вот получается искусство. Сейчас мы перемешаем. Так, ребята, что делаем дальше? Берем ступу. Поняли, для чего фишка? В такой же самой ерунде разминают мак. Приготовки кути. И в эту ступу мы должны загрузить сало, петрушку, укроп, чеснок, картошку и лук. Thank you.
и просто надавливаете на него. И смотрите, он сразу же отстает. Ну, я думаю, ни для кого это не секрет, что почистить чеснок буквально за 5 секунд не составит ни для кого труда. И работаете на измельчение. Практически мы уже завершили измельчение. Ну и сильно до микроты, как многие, я знаю, делают, не нужно доводить, потому что оно потом разлезется все, и вы даже не почувствуете этого всего кайфа. Так, мясо у нас там потихонечку кипит. И что? Вот это вот все дело загружаем в нишу. И сейчас мы будем долбить ее по-серьезному. О! Готово. Это мы выкидываем в мусор. Берем масло. Так, покрываем нижнюю часть. Сильно много тоже не увлекайтесь. И ждем, когда у нас сковородка уже нагреется. Тогда будем засыпать уже лук, морковку, буряк. Дальше зальем морс. И на терочке эту верхнюю часть помидора мы сейчас отрежем. Она не нужна. Вот смотрите, какой помидор. Это, кстати, помидор с грядки. Так, ребята, ну что, достаем картошку. Она у нас уже, смотрите, разваливается. Насыпаем в миску остатки. И сейчас мы будем продолжать делать калапетю. Так, где-то еще один кусочек должен быть. О, вот оно. Больше нет. Ну, если нет, то она разварится. Вот смотрите, уже начинает делиться. Так, ребята, что мы делаем дальше? Берем и засыпаем это все дело вот сюда. То есть картошки не сильно много надо. Это у нас будет насыщенность давать борщу. Ребята, засыпаем уже на зажарку все. Сковородка разогрелась, уже начинает немножко потрескивать масло. Лук. Высыпаем его весь. Ну и лопаткой потихонечку размешиваем это все дело. Ну а так у нас потихонечку варится мяско. Калапетя готова. И здесь у нас уже делается зажарка. Прошло уже где-то минуты полторы-две. Скоро будем засыпать уже морковку. Ну и добавлять буряк. В принципе, кто любит сильно зажаристый борщ, тот, конечно, зажарку выжаривает. То есть делает ее прям аж-аж. Ну, вы поняли. Ну, я, в принципе, сильно ее не зажариваю. Так, обычно, стандартно. Лук внизу уже начинает менять свой цвет. Становится уже бледный. Ну, сейчас будем уже скоро добавлять буряк, прожарим его. А лучше всего, ребята, изначально буряк вываривать. Ну, я этого никогда не делаю, поэтому добавляю как есть.
Так, ну что у нас? Запах уже обалденный. Кстати, после этой зажарки все время то футболка, то кофта прованивается. Ну, знаете, бывает, идешь и от кого-то зажаркой пахнет. Кому-то нравится такой запах, а кому-то нет. Как-то косо смотрят на тебя. Ну, в принципе, я к таким запахам отношусь нормально, потому что знаю, как это. Так что, если готовите, не хотите пахнуть зажаркой, закрывайте двери, раздевайтесь и жарьте голяком зажарку. Так, ну что, завершающий этап. Добавляем буряк. И у нас получается вот такая уже консистенция. Хотя мясо у нас еще варится. Что касается мяса, мясо мы будем варить порядка 45-50 минут. Ну и потом это все дело высыпать. Посмотрим, какой цвет оно имеет. Но это все немножко попозже. Так, ребята, вот посмотрите, уже мясо посветлело все. И пусть варится. И лук практически весь растворился. Помните, как в начале, сколько много его сверху было? О, кстати, картошка. Ну, пусть и варится. Потом развалится, ничего страшного с ней не будет. То есть лук разварился, и вкуснотища будет просто класс. Единственное, что вы можете сразу же определить, долго ли вам варить еще мясо, это просто ложкой, либо вилкой, либо ножиком прокалываете его. Если оно такое жесткое, как пластилин, то оно еще не готово. А если уже начинает от косточки отставать, то уже это говорит о том, что можно его будет достать и косточку отделить и закинуть уже чистые кусочки мяса. Зажарка уже начинает доходить. Сильно не пережариваем, потому что загорит лук, либо морковка. Так, ребята, выливаем морс. И все это дело перемешиваем. Смотрите, какая консистенция получается. А, пахнет помидорами. Это лучше вам, чем магазинная томатная паста. Конечно, было бы хорошо, если бы еще была томатная паста домашняя. Ну, в принципе, морса будет достаточно. Ребята, выпуск у меня будет долгий. Я хочу рассказать именно все особенности. Не так быстренько. Так, все засыпали, все это. Рассказать все от А до Я. В этом и смысл заключается готовки. Много всего не рассказывает. Покидали и уже готовы борщ пробовать. Делаем еще меньший огонь. То есть изначально у нас он был, ну как, не сильно большой, но и не сильно маленький. Такой средний. А сейчас мы убавляем его до минимума. И пусть это дело все томится. Ну так достаточно. Крышкой мы это не накрываем. Ну а сейчас, друзья, будем заниматься нарезкой капусты. Много сильно мы ее добавлять не будем в борщ. Так, чисто, чтобы была, потому что я не люблю, когда борщ сильно густой получается. Зажарка доходит. Смотрите, все не пригорает, все потихонечку выжаривается и становится такой ядово-красный цвет. Торопиться здесь не нужно, вас в шею никто не гонит. Если, к примеру, кто-то не умеет готовить, здесь ничего стыдного и страшного нет. Каждый учится, каждый пробует. От вас потребуется только наличие продуктов и просмотр моего видеоролика. Так, ну что, мы на финишной прямой.
Зажарка у нас уже более-менее сготовилась. Выключаем. И это все дело мы высыпаем. Контраст. Внутри красное, а здесь еще светлое. Вы взяли, подорвали задницу с дивана, пошли купили все и приготовили охренительный борщ. Так, ну что, закидываем сюда перец. И дело в шляпе. Так, кусочки мяса мы, конечно же, съедаем. Остается у нас капуста, соль и перец. Изначально на 3-литровую кастрюлю мы берем раз, щепотка соли, ну как щепотка, сколько получилось взять, и два. В принципе, соль, перец по вкусу. На 3-литровую кастрюлю, ну здесь получилось 2 щепотки соли. Теперь мы это все дело перемешиваем. Изначально я знаю, что оно не соленое, потому что сколько раз я борщ варил, в любом случае, если вы сыпите где-то 2 щепотки, он будет не соленый. Но делаю я это специально для того, чтобы не пересолить. В любом случае, досолить вы всегда сможете в тарелку. Если борщ пересоленный, то делай, не делай. В любом случае будете есть уже соленый борщ. Картошка у нас варится буквально где-то минут 8-10. Мы закидываем капусту, добавляем лавровый лист, добавляем перец, пробуем на вкус и потом уже будем подводить итоги. Так, ребята, пока у нас есть свободное время, мы его не теряем, а быстренько моем посуду, чтобы потом после еды, о как, мы чисто помыли за собой тарелку и ушли отдыхать, потому что вот это мытье посуды, как оставляешь напоследок, особенно сковородку, ох, как это я не люблю. Ребята, вот подходит к концу уже варка борща у нас. Смотрите, потихонечку капуста начинает развариваться и придается такой аппетитный вид борща. Еще где-то потомим его минут 5-4 и будем уже выключать. Обязательно дать ему настояться хотя бы минут 30-40, чтобы он напитался. Иногда людям нравится борщ, который приготовленный, к примеру, сегодня, а им еще вкуснее, когда вы едите его завтра. То есть, когда он настоялся, прошли сутки, то становится вкуснее. Но мне нравится, вот, когда только вот сварил вот горячий борщ, вот, самый кайф. А там каждому свое. Ну что, ребята, борщ настоялся, насыпал я себе уже 2,5 половника. Вот такой сделал сладкий стол. Все самое необходимое. Борщ, сало, лук, чеснок, хлеб, ну и зелень. В общем, ребята, сейчас будем это все дело пробовать. Ну что, ребята, врываемся. Пробуем, что же у нас получилось. Да. Класс. Ребята, реально вкус детства. Так, давайте попробуем мясо. Свинина молодая. Мясо тает во рту, ребята. Ощущается тонкий запах чесночка и с салом. Хотя я и так сало полюбляю. Плюс еще лучок. И вот два кусочка мы опрокидываем. Реально, бабушкин рецепт работает. Я вам рекомендую.
все то, что осталось у нас в детстве, мы по максимуму будем передавать следующим поколениям, чтобы те, которые через некоторое время будут готовить что-то, они обязательно ощущали этот вкус. Хотя все-таки раньше продукты были вкуснее. Как ни крути, с каждым годом все меняется, что-то уже и забываешь какие-то вкусы. Ну, такая жизнь. В общем, ребята, спасибо, что посмотрели этот видеоролик. Если вам понравилось, обязательно я жду вашу оценку под этим видео. С вас, как всегда, абсолютно любой креативный комментарий я жду. В общем, всем приятного аппетита. Пробуйте. Я думаю, у вас все получится. С вами на канале был Виконста. Пока-пока. Но я, ребята, буду кушать. Съемки съемками, а обед по расписанию. Кайф. Вам еще не надоело смотреть меня? Чесночок. Изумительно. Ладно, выключайте. Изумительно.